Всем привет! Сегодня рассмотрим еще одну важную позицию, которая может возникнуть в игре. Несколько таких позиций уже есть на моем канале, в частности позиция Меткова и окончание партии Цирик-Лебедев. Если вы не видели эти ролики, ссылку я оставлю в описании. Итак, смотрим на диаграмму. Ход белых. Белая под связкой. Им нельзя, конечно, здесь играть Е4. Потому что белые побьют с c5 на e3. Если белые бьют вперед 2, тогда черные тоже бьют вперед. И после, допустим, cd4, побили на f2, d5, побили, fe7, дамка на e1, две лишние шашки, у черных легкая победа. Если после ed4 побили и белые бьют назад, черные просто выиграли шашку ed4 и легко выиграли партию. Поэтому ED4 играть нельзя. GH2 тоже нельзя играть. Черные просто нападут вот здесь, CB4. Ходить некуда. Но есть у белых здесь комбинация. Комбинация такая. CD4. Черные бьют на C3. И FE5. Теперь в случае боя на H2 все просто. EF4. Побили в дамку. Черные тоже поведут дамку. Ну и белые второй проскальзывают. И это ничья. Поэтому черный бьет здесь на d2. Далее gf4, побили на d8. Черные ставят дамку на c1. И теперь оценим этот эндшпиль. Значит, черная шашка с c3 скоро станет второй дамкой. Белая, она опять тоже довольно-таки близка к дамочным полям, поэтому самым логичным является продвижение этой шашки вперед, аб6. Черные, естественно, этому препятствуют. Играют своей дамкой на f4, b7 и затыкают дамку на b8. То есть белая шашка в дамке не прошла, но теперь дамка на b8 привязана сторожить эту шашку. Теперь второй этап. Как белые должны тут выстроиться? Они должны поставить свою дамку на b6. Черные, допустим, идут cb2 и gh2. Все. Теперь задача белых курсировать по вот этой диагонали. Допустим, дамка и ходим на g1. Что хотят черные? Черные хотят попытаться провести какую-то из шашек в дамке. Например, вот эту. Но они смогут ее довести до поля f4. Дальше они пройти не могут. Вытеснить белую дамку с вот этой диагонали черные тоже никак не могут. Разменять эту шашку нет смысла, потому что тремя единицами черные здесь не поймают. Но есть две ловушки, которые тоже нужно знать. Первая ловушка вот такая. Допустим, черные здесь ходят на e5, белые на b6, f4, f2 и bc7. Этот ход на ловушку. Тут, кстати, следует отметить, что вот такая ловля белым не страшна. Они ставят дамку, и вот эти две шашки обрезаны по двойнику, выигрыша тут нет. Черные пошли здесь bc7, предлагая белым поставить дамку на b8. Вот, оказывается, ставить дамку здесь нельзя. Если белые вставят вторую дамку на b8, черные играют hg3. Теперь выясняется, что бить вот этой дамкой, допустим, на d6 нельзя. Черные бьют на e1, побили, и все. Белые проигрывают. А если белые бьют дамкой на h4, тогда черные играют cd8, белые побили, hg5 побили, и черные бьют, сбивают две дамки белых и выигрывают. Это первая ловушка. Но если белые не ставят дамку, а продолжают курсировать по этой вот диагонали, черные могут попытаться поставить вторую ловушку. Например, здесь пошли на b8, и здесь белым нельзя ходить на b6. Можно просто продолжать повторение ходов gf2, а вот ход на b6 уже проигрывает, потому что черные походят hg3. Теперь вниз опускаться нельзя из-за петли. Где-то на весу, там, допустим, на c5 или на d4 нельзя, потому что вот так все ловится. Поэтому надо уходить с двойника, и тогда черные проводят третью шашку в дамке и выигрывают. Ну и как бы на этом все.
Всем спасибо. Пока.